Друзья, вечер добрый. Уже вот эти вот дырки, которые здесь были, заложили вот этими трапами. И скоро будет тут все функционировать. Сделали навесик на каркас, натянули. И погода сегодня вечером бомба. Наконец-то она должна бы наладиться уже. Небо вот стало голубым. Тучи вроде бы уходят. Надеемся, что завтра будет хорошая погода. Смотрите, вода чистая. Ветра вообще нет, практически штиль. Смотрите, море тихое-тихое. Ну, начало сезона, как бы. Еще все вот эти вот пляжные понтоны, видите, они вот еще не оборудованы лежаками, там эти шезлонгами всеми. И не натянуты даже на весики. Ну, постепенно это все делается в этом году. Что-то так все попозже получается из-за погодных условий. Такой вечерок. Сейчас уже скоро на ужин будем идти. Я вам хочу просто показать вот панорама со стороны понтона нашего отеля. Вот это практически вся его территория. Вот вот этих вот пальм. Не пальм, вот угол получается. Вот это вот весь под навесом пляжик. Метров 30 шириной. Вот это и есть вся территория, ширина территории отеля Самела Гарден. И вот впереди видно два корпуса, выходит сюда. Барчик, лужайка, там вот детская площадочка. И в принципе вот это и все. Ну погода классная. Но вода, мы купались вот час назад, вот такая. Градуса 18-19 максимум. Вот такие вот дела. Вечерком как бы так вот, видите, люди в кофточках, это я там не сильно мерзну. Красота, как на Мальдивах почти. Так, ну пойдем. Вчера мы ездили в ту сторону, сегодня поедем в ту. Там есть пляжик, мы его когда-то нашли еще года 4 назад. А теперь хотим опять проехать по этим местам. Там есть закрытая дорога, тоннель такой, ну, в общем, есть где покататься. Так, не очень удобно с камерой, но потихоньку будем пробираться. Ну, в принципе, вы уже видели здесь. Мы вам показывали отели, которые находятся рядом с нами в эту сторону. Это в сторону Анталии. Сейчас Лена будет задумываться. Теперь проедем дальше. Там дальше есть отель Бельпинар. Мы в нем когда-то отдыхали. И покажем вам пятизвездочный отель Премьер Палас. Он сейчас принадлежит линейке Амара. Его недавно купила эта отельная корпорация. Вот. Он, кстати, сейчас рекламируется тест-туром. Очень этот отель Амара Премьер Палас. На него хорошая цена. Так что посмотрим. Сегодня жарко. И там еще есть пляж такой интересный. Мы его
В прошлый раз, когда были в Бельвибе еще в 2015 году, нашли, но нашли уже буквально последний день отдыха. И поэтому... И поэтому мы там не купались. Мы только нашли, то есть он там закрыт. И туда можно либо заплыть со стороны моря, либо с дороги спуститься по крутому склону вниз. Вот к этому пляжу. Он такой дикий. Там такая лагунка уютная. Сейчас мы вам, если мы туда доберемся, мы вам его покажем. Находится отель Crystal Hotels Flora Beach Resort. Там заканчивается территория Нирваны отеля. Начинается вот, вот этот. Он такой в сосновом бору расположен. Такие бунгало. Красивый отельчик. Ну а мы двигаемся дальше. Вот на дорогу выйдем. Тут не сильно удобно. Горы красивенные. Отель Crystal. Видите, как там видно, там такого основного корпуса нету, такие отдельные домики. Таня умчалась вперед. Это тоже Crystal Flora, это все этот Crystal. Здоровый. Это все тянется, друзья, поселочек Бельдиби. Протяженность его где-то километров, наверное, до 10. Так, кажется, впереди уже где-то должен быть и отель Бельпинар, в котором мы отдыхали. Сегодня погода хоть хорошая. Полдня провели на море, а теперь решили немного после обеда утрясти котлеты от кладбища. С левой стороны много пустырей от дороги. Нет смысла строить там отели, потому что пройти к пляжу через отель первой линии нереально. А без пляжа, без доступа к пляжу отель будет никому не интересен. Ринг Бич. Отельчик. Так что кто захочет отдыхать в Бельдибе, можете посмотреть наш ролик, он будет скоро на YouTube. И вы сможете ознакомиться с природой и со всеми окрестностями Бельдиби. Катамаран Резорт. Вот такой вот. Ну, Бельпинар еще дальше где-то. Не знаю, может, друзья, вам скучно такой вот формат видео, где я просто еду. Ну, показываю вам дорогу. Акка Хотелс от Антедон. Парадный въезд. Автобус тест. Дорога, правда, по Бельдиби так себе. Она тут практически вся
выложены с плитки, и поэтому есть места такие просаженные чуть-чуть. Но все равно таких ям конкретных нет. Бельдиана, небольшой отельчик. Вот Риксас Бельдибе, смотрите какой. Это уже второй отель в Бельдибе. Один вот там вот сзади остался, Дима, вам показывали вход, где такой водопад сделан. По стене течет вода. Это второй. Видишь, риксовских два отеля тут. Ну, с левой стороны такие более скромные, понятно. Городского типа отельчики. Вот, друзья, вы практически увидели весь Бельдибе уже. Мы вам показали. Левее беру. Видите, каким образом решили сделать велодорожку? Оградили такими столбиками. И все. И уже безопасно для велосипедиста. Так, а вот Бельпинарик. По-моему, да. Вот отель, в котором мы отдыхали. Бельпинар Хотел. Да. Вот здесь мы отдыхали. Вот, вот это же наш номер открыт, да? Где оранжевый купальник, да. Там. А ну, подержи. Нурик там есть или нет? Дай посмотрим. Главный персонаж отеля. Нурик, привет! 1000 лет тебя не видели. Да. Пускай она тоже придет сюда в гости. Здравствуй, не видели тебя. Джигит, салам алейкум. Сними их тоже, пускай им тоже реклама, да, будет. Всем делаем рекламу, тебя уже все знают. Джигит, меня знают, это благодаря вам. Красавица, обними своего царицу, султана. О, хозяйка тестура, вы тоже попали в кадр, девушка. Идем, посмотри, какой шикарный кусочек рая, то, что на земле. Да. Слушай, шикарный. Друзья, аппарат. Это отель Бельпинар Хотелс, и его главный человек, это Нурик. Спасибо его огромное. Это наш хозяин и хозяйка нашего отеля пришли в этот прекрасный рай. Сейчас я вам чай тоже принесу. Как настроение? Отлично. В каком году вы здесь? Кто вы? В 15-м. Или в 16-м. Нет, в 15-м, да. Девушка, спасибо. Он сейчас подарит тебе, а ты подаришь ему. Да, вот это тебе. Вот одевай. Одевай подарок, да. О, мерава, гизеллер, гизели, насыл сен? Тешеккюр эдерим. Вот такие вот. О, молодец. После подарка что надо сделать? О, молодцы. А ты что смотришь, Джигит, когда они горку делают, а? Как дела? Нормально? Все нормально, спасибо огромное. Сейчас я, 2 секунды, не убегай. Давай. Да, почти ничего так не изменилось. Больше растительности стало. Да, больше цветов насадили тут. Вход такой стал. Да, друзья, вот мы здесь жили. Вот на третьем этаже центрального корпуса. Хороший отельчик, нам понравился. У нас на канале есть обзор этого отеля, есть сняты все его, вся территория. Не знаю, за чаем, наверное, пошел. Да, спа здесь, кстати, классный. Ну, поскольку мы тут сейчас не отдыхаем. Вот, ты уже чай сделал. Конечно, лично шикарный чай сделал. Это
Яблочный и гранатовый. Как вы выпьете этот чай и скажете, Норик, мы хотим жить в этом Турции, не хотим конечно, больше хотим. Домой уехать. Мы уже давно мы хотим. Мы с удовольствием были. И мы без чая хотели. Вкусный вот, да? Чай. Спасибо. Много уже гостей. Он такой веселый человек. Приезжайте в Бельпинар, Нурик вам сделает отличный массаж, отличный спа здесь в этом отеле. Честно вам скажу, даже в пятизвездочных отелях. Встречались мы с Нуриком, побывали в отеле Бельпинар. Сейчас поедем дальше по дороге в сторону вот тех скал. И там находятся пляжи, которые мы вам хотим показать. Один из самых шикарных отелей в этой части Бельдиби. Это премьер Амара, премьер палац. Вот так вот он выглядит. Он находится под самыми скалами. Он крайний. Уже практически в этой стороне Бельдиби. Вот он имеет такой куполообразный главный корпус с куполом. Видите, даже с двумя или тремя куполами. Вот, сейчас мы вам покажем его. Вот такой вот отельчик. Смотрите, какие здесь водопадики сделаны. Как все красиво. Этот отель сейчас предлагает тест-тур, туроператор, по хорошей цене. То есть, ну, $800 где-то стоит на неделю, но учитывая класс отеля, это очень хорошая цена. Так что приезжайте. Не реклама, просто рекомендую. Место красивое, отель красивый. Горы. Сказка. Он находится под скалами вообще. Там сосновый бор в ту сторону. Может. На Амаре прям не видно. Какой-то рынок, что-то подъехали, а внутри красиво. А внутри получится отснять территорию чуть дальше. Ну, хотя бы в холл зайти. Сейчас, момент. Охранница уже выскочила. Ну вот так вот, друзья, я думаю, вы увидели, какая красота. Все бассейны, все находится внутри, во внутреннем дворе. Туда вот нужно пройти будет через холл. Но там все в порядке. Я вас могу уверить. Приезжайте отдыхать. Места сказочные. Премьер Палас находится вот справа от нас, вот это все его территория, его аквапарк. А мы едем вверх по дороге. Здесь находится закрытая дорога, она идет в сторону Анталии, но она сейчас не в рабочем состоянии. Можно сказать, прогулочная дорога для велосипедов и для пешеходов. Там должен быть тоннель. Вот 130 метров. Видите? Кандей тоннель. А вот он уже. Фу. Знакомые места. 1974 год. Постройки отеля, 4 метра, можно проезжать транспортному средству высотой. Ну тут уже, конечно, постарались люди обозначить свое присутствие своими автографами. Питер 2017, Змеев 2018. Земляки. Ну что, все тут расписались. Вот транспорт хороший. Сел и поехал. Да. В тоннеле хорошо, прохладно, не жарко.
Солнышко, как ехать через это? Ну, конечно. Сейчас проедем. Ну, там машин стоит, там, видно, на пляже народу полно. Вот так вот вниз надо будет спускаться, только туда дальше. Сейчас проедем по тоннелю. На пляж. Вот он находится внизу. Сейчас будем туда спускаться. Блин, идти тут, конечно, не очень удобно. Тут такая галька, она довольно сыпучая. Ну, пляжик здесь зачетный. Здесь, видите, уже сколько людей сюда стало ходить. Когда мы его нашли, тут было 3 человека. Почти никто сюда не ходил. Вот такой тут закрытый пляжик. Попасть в него можно либо по вот этой тропинке, по которой мы спустились, либо с моря заплыть. Ну, все. Здесь такой песочек каменистый. Больше. Камни есть, но их мало. Да зачем? Чуть-чуть позагораю. Знаешь, рыбу ловят. Вот впереди видно Анталию, друзья. Вот такой вот пляжик. Можно под камнями поплавать, там красиво. Что, а может действительно туда пойдем, да? Пошли туда. Сейчас пойдем под те вот, под скалы. Как, друзья, нравится вам пляж? Пишите в комментариях. Как там такая лагуна. Тут. Смотри, какая вода, во. Вода здесь чистейшая. Все, сейчас мы тут искупаемся, отдохнем. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, пишите, какие мы хорошие или какие мы плохие. Вот такие каникулы в Турции. Та, ты шо?